Здравствуйте, с вами Елена и добрые кулинарные рецепты. Давайте приготовим ризотто с овощами. Нагреваем в кастрюльке воду до кипения и опускаем в нее предварительно промытый рис. Солить воду не нужно. Вода должна покрывать рис буквально на пару миллиметров, не больше. Отвариваем рис на среднем огне до полуготовности, пока вся вода не впитается. Рис должен остаться слегка твердым. Мелко нарезаем лук. Морковь нарезаем небольшими кубиками. Кабачок, не очищая от кожуры, тоже нарезаем кубиками. Сначала нужно нарезать его полосками. И уже полоски нарезаем на кубики. Сладкий болгарский перец тоже нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем в масло овощи. Перемешиваем их и обжариваем на большом огне около 5 минут. Солить овощи не нужно, так же как и рис. Обжаренные овощи очень вкусно пахнут. Такой аромат прямо на всю кухню. Добавляем к овощам рис. Теперь заливаем рис с овощами соевым соусом. И перемешиваем все. Если вам покажется, что соли из соевого соуса мало, то добавьте еще соли по своему вкусу. Лично мне всегда хватает соли из соевого соуса. Поэтому я дополнительно не солю это блюдо. Перемешиваем ризотто. И обжариваем его на среднем огне еще 5 минут. К этому ризотто я собираюсь подать вот такую рыбную нарезку из сои, которую мне дали на дегустацию. Я еще пока не пробовала такую рыбу, поэтому очень интересно, что получится. Я собираюсь ее обжарить. Вот такая рыбная нарезка. Состав мне понравился. Здесь, в общем-то, только соя в разных видах, морские водоросли, сахар, перец и соль. Так, вот я выкладываю в масло рыбную нарезку. Выглядит интересно. Вот это водоросли. Выглядит, как будто рыбная чешуя. Дам мужу попробовать. Муж у меня мясоед. Мне интересно, что он скажет по этому поводу. Я уже не помню вкус рыбы. Вот муж мне расскажет, похоже это на рыбу или нет. Соевую рыбу жариваю с одной стороны и переворачиваю на другую.
Вот что в итоге получилось. Муж уже попробовал жареную рыбу соевую. Сказал, что это действительно похоже на обычную рыбу. Что и по вкусу, и по структуре, и даже корочка такая похожая. Я пока еще не пробовала.